Первый метод – столбы. Мы расслабили, отпустили напряжение. Мы научились использовать сознание, чтобы когда прямо на уровне ощущения распознавать, как сигнал быстро проходит по нервной системе, и тело откликается целостно. То есть, если коротко, вот все, что мы с вами делаем. А в столбах боевой позиции, ну, такие они тоже разные, мы пока взяли вот такой один, мы разогнали до скорости, чтобы могли переключаться. Дело в том, что мы практически сегодня с вами, что будем делать вот в этом же столбе, когда на нас, потом тоже далеко не убегай, на тебе тоже буду показывать. Давай правую руку. Ага. Смотрите, когда мы будем первый вариант, самый первый дайн-ту-шоу делать, вот Денис на меня толкает, у меня много силы, чуть мягче, ага, давай, то у меня будет как раз работать столб, но в варианте шили, это тот метод, который мы сейчас будем делать. Но я в направлении буду делать, которое в столбе, это будет назад, вверх и наружу, то есть вот у меня вот эти силы будут работать. Но дело еще в том, что какие еще три силы или еще что-то есть? Назад, наружу и вверх. Три. Андрей, есть еще какая-то сила? В том-то и дело, понимаете, что это вот это то, что Маудунь, то, на чем обжигаются все начинающие. Потому что, да, и все правильно, назад, вверх, наружу, этой силой, то есть если он, допустим, сильный, его прямую силу я раскладываю на три составляющих, и поэтому не напрягаясь, я просто мимо себя она проходит. То есть вот это умение работать по трем силам осознанно, оно очень помогает. То есть он просто раз мимо прошло, а не так я пытаюсь одномерно также ответить. Но вся тонкость в том, что если как только его рука ослабнет, либо уйдет, я не должен продолжать двигаться назад, вверх, наружу. Я тут же должен атаковать его центр. Поэтому будет еще одна сила, которая всегда направлена на его центральную линию. Собственно, если брать применительные прикладные аспекты, это все, что нам нужно войти на его центр, на центральную линию, толкнуть или ударить. Поэтому, когда вы защищаетесь, у вас четыре силы. Четыре. Назад, вверх, наружу, но только у вас сознанием поддержится сюда сила. Как только он руку уберет, вы должны тут же атаковать его центр. А если говорить еще одно усилие интересное, то можно сказать пять сил. Какая еще? Сразу следующий уровень, да? Какой? Скручивается. О, придется тебя тестовать. Еще лосюань, скручивание. Посмотрите, как она работает спирально. Вот он толкает, и у меня, я, собственно, вот эти три направления могу только этим вращением, чтобы не париться сильно. Вот вращение. А здесь тоже, видите, вращение, такое вкручивающее. Здесь вперед, вниз, внутрь. Здесь я уже сразу на центральную линию даю, поэтому здесь, можно сказать, три базовые силы плюс вот эта спиралевидная сила вкручивающая. Вот. Я плавно подвожу к туй-шоу, но мы еще сделаем шили, чтобы мы основную тему занятия в этом, на этом семинаре прошли. Какие еще ошибки сразу у нас случаются, когда занимающий начинает толкать сначала сюда, а потом по кругу? Нет, вы должны только возвращались, тут же на центр его направить и давать сюда на центр, а не вот так вот. Это не должно быть превращаться в вот такой круг. Давай сейчас неправильно покажем. Видите, я сюда, да. Это не яблоко, а огурец или банан, да? То есть более вот такая. И при этом мой центр тяжести плавает. Вот такой это дань туй-шоу, первый вариант, который мы с вами будем практически работать. И вот здесь у меня столб. То есть я не даю себе сминать в этом положении. Если здесь есть зона смятия, значит, я еще недостаточно проработал первый метод джан-джуан столбы. Если у меня движение рвется, значит, у меня шили, непрерывное движение, когда я даю усилия по направлению. Вот второй метод мы быстренько с вами пройдем. Вот это сейчас парное шили мы делаем. Не должно быть напряжения, текучая сила, целостная, которая может меняться по направлению. Вот видите, я сейчас спустил, а у Дениса, оп, он и замер.
во-первых, немножко сюда отошло, а что он должен сразу атаковать. Вот не хватает вот эта сила на центр. Без нее применение делать нечего, это клинч. У вас все время оно как ниточка, что бы ни делали, все время тут вы бомбите этим усилием. Спасибо.